Всем привет, добрый вечер. Сегодня сделали вот такую клеточку большую. Получается 2 с чем-то в длину и в ширину 90. То есть глубина 90. А это длина получается 2 с чем-то. Разделили по половым признакам девочек-мальчиков. Получилось 20 девчат. Вот сюда и в большую клетку посадил. В сарае там надо уже малышей отсаживать. Вот, 20 девчат получилось. И по-моему он там сюда и пацанов рассадил. Здесь пацанов 14-13, что-то такое вот. В общем, вот, по 2 месяца им. Думаю, 2 месяца пора, надо их рассаживать. Уже некоторые вроде бы. Ну, еще рано. Ну, что-то прыгает, пытается делать. Сделал клетку, рассадил их. Потому что в сарае тоже мне места нужны. Вот. Крольчата родились с 21.03. Нет, 02. По 25.02. Вот они тут все в кучке. Тут девочки 20 штук, а там вот мальчики. Вот такую клеточку сегодня сделали по выстричку. Рассадили им, сейчас зерна насыпали, водички нальем, кинем травы, и пусть они сидят тут гурьбой такой вот. Вот видите, да? Чашку поставил, но чашка это пока на время, потому что у них есть такой плохой, как говорится, плохая привычка срать и ссать. Извиняюсь за выражение, себе корыто. Поэтому вот пока так, а потом посмотрим. Вот смотрю я на этих, этот тут и калифошки у меня, и поместные. Вот некоторые поместные, если видно, вот, вообще седой. У меня самец полтавка серебро, а мать была калифошка. И вот даже некоторые прям седые, как этот полтавка серебро. В общем, вот такие у нас дела. Сделали клеточку, рассадили девочек и мальчиков. Все, на этом, наверное, пока будем закругляться. Вот. Посмотрим. Никто не звонит по поводу кроликов. Никто не хочет покупать. Не знаю, просмотры есть в Авито, есть в Юле, но звонить никто не звонит и не спрашивает даже, чё и почём. Ну, значит, будем сами растить и кушать. Вот тут такие дела. Там тоже у меня девчата сидят, уже 4-месячные, поместные. У них наоборот, папа был в Калифорнии. А мама полтавское серебро, вот они чисто черные. Ну, по 4 месяца у них там вес такой, хочу сказать, наверное, за 4, ну, некоторые за 4 килограмма, некоторые 4 килограмма. Посмотрим, что с этих получится. Я думаю, что поместные нормально должны, как говорится, набирать вес. Тем более я им ячмень и гранулы подсыпаю, пока не растут. Это сейчас трава пошла, так что будет все нормально. Ладненько. Всем пока. Всем здоровья, благополучия. Мирного неба над головой. Заходите, пишите, ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.